Может, начнем с того, что каждый что-то снимет с себя? Секси. Правда? Нет, дебил. Кто ты такой? 94 девушки клюнули, кажется, ты встретился с 13, как минимум с 4 переспал. Я никого из них не заставлял. Нет особой разницы, заставил ты девушку или склонил ее к тому, чтобы она подчинилась. Какого черта, я не чувствую свой... 92 тысячи долларов в сбережениях и еще 8 в акциях. Я обращусь за помощью. Я пройду лечение. О, тебе это уже не нужно. Он больше не действует. Что со мной происходит? Я разоружил тебя. Он на месте, но отныне... Тебе не светит никакая эрекция. Я также удалил тебе яйца, хотя сомневаюсь, что они у тебя вообще были. Если ты сообщишь в полицию о своей реабилитации, я разошлю картинки, которые ты хреново спрятал на своем компьютере, всем, кто есть в твоей адресной книге. Скажи, все ли тебе понятно?